штат Иллинойс будет сотрудничать с частной компанией, чтобы использовать блокчейн в развитии здравоохранения. Как сообщает сайт Illinois Blockchain Initiative, штат Иллинойс начнет экспериментальную программу по изучению возможностей блокчейн для повышения эффективности и уменьшения погрешности в процессе медицинской аттестации. Министр Департамента финансового и профессионального регулирования штата Иллинойс IDFPR Брайан Шнайдер прокомментировал, что они ожидают, что технология распределенного реестра поможет уменьшить сложность процессов межгосударственного лицензирования, а также является надежным способом обеспечения конфиденциальности.